Здравствуйте! Я пришла к доктору Якубову на пластическую операцию блефаропластики. Узнала я про него из Инстаграм-портала. Так как очень было мне интересно, я стала изучать его. Изучала его, посмотрела все его работы. Мне очень понравилось, понравился стаж его работы. И то, что у него действительно блефаропластика поставлена на поток. И мне было интересно. Ну, сопоставляла с другими пластическими хирургами. И именно доктор Якубов произвел какое-то доверие. Не знаю, какая-то вот энергетика от него идет, очень чистая, позитивная, и хотелось вот именно прийти к нему, попасть к нему. Тем более сейчас у него очень грандиозные скидки по сравнению с другими. Это тоже немало говорит в наше время, все равно как-то хочется где-то в бюджете семьи, это еще проделать какие-то процедуры помимо этого. Это же не только значит, что сделать блефаропластику и все. Хочется как-то дальше немножко еще подкорректировать. Всегда хочется быть молодой, красивой. Поэтому мы пришли вот, к доктору Якубову. Рекомендую тоже посмотреть его работы. У него стаж более 20 лет именно на блефаропластике. Поэтому прошу, welcome.